собрались. Вот ты будет. Какая ветер только. Не было бы ветра. О, уже УАЗик нырнул. Ушел оттуда, блядь! Не, он помылся, Леха, нормально, сюда ты чистый. Блядь, нельзя сказать. Тут диагоналки. Его возьми! Иди нахуй! Нельзя! Все на банке. По схеме. Все, Ваня! Не назад! Назад! Как попизди ладошки колючки! Завязывай! Блять, а! Так, тут вообще очень хорошо видно. Веселуха. Ну только так же кто-нибудь заедет и задом. Так вот кто заедет, а вот там глубоко сейчас. О, Роман приехал. Вот кто. Ромаха сейчас вытянет без проблем. Так, поехал спасатель, тиранчик, Андрюха Дерябин, Липутый Ромаха. С виду вроде не сильно глубоко, но как бы тут порядочная глубина. Ну, тирана едет. Едет, молодец. Там чуть, блядь, вообще. Чё, последующий прямо молодец. Я что-то так вот. Восьмая. Катя, Катя такая. Собака тоже на помощь. Дерябин на готове, тиранчик. Он с нашего клуба автозвукарей. Самое главное, короб СПЛ-ный. Все дела. Сейчас еще сможет вытолкнуть спокойно. Собачка, типа в грязь приехал. Все, Ваня залез. Сейчас начнется. О, потащил. Спокойно все вытащил. УАЗик готов. Пробует второй раз. Сейчас будет скорость побольше. А нет, он отсюда не захотел поехать. Через ров перемотнул. Проехал. Немало. Так, тут вообще уже по катушке вообще идут. УАЗик катается. Ванька воду полюбил. Наконец-то грязь в Забайкале начинается. Так. Поехал Дерябин.
я буду кушать. Ну, нормально проходит, без проблем. Вот так вот мой машина. И все, и лобовое чистое, отлично. Datsun, возможно, поедет сейчас на проверку. Все, общей бандой поехали проверять лужу. Едет нормально. Без каких-либо намеков. Поехал на проверку, разгоняет волны. Ну там тоже спокойно проехал без каких-либо проблем. Поехал обратно. О, пошагал. Волны пошли, как по морю. Еще одна машинка подъехала. Так, поехал Datsun. По поводу блокировок его я не знаю, но он какой-то вообще как в штатке. Можно сказать, заниженный Datsun. Была как когда-то у меня такая машинка. Много чего повидала. Листва только вот это вот все. Так. Там вот немножечко поглубже было. Ну нормально, спокойно проехал. Без каких-либо заморочек. Может, едет. Ну, нормально, спокойно проезжает везде. Лужу он не захотел ехать в глубокую. Без шноркеля это дело опасное. Очень плохо, что каждую весну ветер. Так, вот здесь вот уже повеселее стало. Все.
Все, поймал диагонал. Есть диагоналка, да? Так, ну и вот мы приехали. По крайней мере, гребут три колеса, вижу. По поводу четвертого ничего не скажешь. Ну, Делика вообще сидит, даже это, никаких ни трясок нету, ничего, на одном месте. Задом толкать, конечно, машину опасно. О, пошла немного. Опа-на! Оборвала трос. Самое главное, чтобы все в порядке было с дверью задней. Как бы не сильно страшно, ничего нет. Толстый сгнил. Так, дубль 2. Теперь поедем передом. Пока безуспешно. Что-то там хрустнуло у дерябы. Короче, пока не получается, уже вторыми способами пробуем. Ну как мы пробуем, мы-то разговариваем, а мужики стараются. Пока ничего не выходит. Он пацан какой. Настоящий будущий чемпион по всем песочницам, трофеоидам. Я предложу победить. Ну, третья попытка. Как говорится, Бог любит троицу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то там отвалилось опять. Добили тирана. Оторвали. Да, это вообще все очень жестоко происходит. Это просто жесть. Сразу на месте происходит тюнинг. Лишнее надо что выкидывать. Все правильно. У меня там глушитель где-то в канаве. Тут, походу, запчастей в этих лужицах очень много всяких разных. Продолжение эвакуации следует. Водитель ходит, курит от происшедшего. Будет кому предъявить редуктор. Что, когда ремонтировать будем? Редуктор передний. Тут как бы пока решаем по поводу переднего редуктора. Решили, что девушка поедет, у нее еще лучше получится, возможно. Так, пробую еще раз. Те же машины,
люди меняются только. Кто за рулем? Хозяева уже тирана уже ушли подальше, чтобы не видеть все страхи происходящего. Михалыч уже это оторвал фаркоп. Теперь будет пробовать с передним сделать половчей. Короче, тиранчик преображается просто, как сказать, на ходу. Ну, пока нормально. Вот-вот-вот пошла машина, все. Наконец-то спасение. Так. Машины готовы. Тирана поехал. Спокойно, без всяких вообще каких-то страхов. Так, смотрим на Делику. А, ну. Тоже спокойно проезжает. За рулем девушка.